Конечно, игра была очень тяжелая. Ветер мешал, тем более нам чуть сказать повезло, что мы забили быстрый гол. Это, я думаю, повлияло на исход игры. Второй тайм был очень тяжело нам играть, потому что ветер очень сильно мешал нам. Ну, мы бились, ребята, до конца. Думаю, это принесло результат. Как тебе поддержка? Честно сказать, такая поддержка сумасшедшая. Я даже не слышал, блин, кто даже подсказывал мне вообще такая сумасшедшая. Они так нас гнали вообще, ребята. Мы сами заводились на поле. Это очень так нам повлияло. Хотелось бы, чтобы еще даже, чтобы болельщики также с каждой игрой также болели за нас. Очень благодарен им за это.